Жил-был святой почти что Бог, но, говорят, почти что, лишь потому, что сам себя он Богом не считал. И не поверив в это все, меня не удивишь ты. А сам я, что и говорить, в лицо его не знал. Но та история, что мне поведана когда-то, перевернула все мое суждение о нем. Ведь я считал в своих проблемах Бога виноватым, а он, как оказалось, был совсем тут ни при чем. Я думал так, что раз он Бог, то скор на наказание. К чему тянуть, ведь много нас, а он совсем один. Впорол косово надержи, какое оправдание, чтобы на будущее знали, кто здесь господин. С опаской как бы не попасть в великую немилость, и мысли не было тогда любовь к нему развить. Но все в один прекрасный день мгновенно изменилось, услышав то, кем может он на самом деле быть. Как трудно встретить личность здесь, не то чтобы святую, хотя бы честную, а он ни в ком не видел зла. И всем подряд дарил любовь, и говорят такую, что до сих пор мы греем души от его тепла. И как-то довелось ему зайти воды напиться в обычный дом, где в бедноте жил Божий человек, который тут же пригласил к себе остановиться его со спутником своим хотя бы на ночлег. И был удачливый бедняк, безумно рад той встрече. Не каждый день есть шанс увидеть Бога самого. И хоть себя им не считал он сам, но в этот вечер старик, что разумом был чист, сумел узнать его. Ведь невозможно было скрыть сияние такого, что исходило от него, даря надежду вновь. И шла молва, что снизошел он в облике святого, лишь для того, чтобы разбудить в нас спящую любовь. Смиренно бедный человек омыл водою ноги возлюбленному своему, кому служил всегда, и предложил поесть ему и отдохнуть с дороги. А то, что только молоко, так это не беда. И был доволен господин в монашеской одежде, и, встав на утренней заре, отправиться в свой путь. Он улыбнулся старику, застывшему в надежде когда-нибудь увидеть снова всех писаний суть. Заметив этот взгляд, слуга в почтенном настроении, сопровождавший в странствиях великого прабу, для доброго хозяина спросил благословение, способное в мгновение изменить его судьбу, и обратил к нему Господь свое святое слово, что крепче камня, и слуга в то утро не учел. Пусть завтра так же на заре умрет твоя корова. Да будет так, и, помолчав еще чуть-чуть, ушел. А о том, что ждет нас впереди, мы до конца не знаем, пока само событие не произойдет. Но делать выводы спешим и Бога обвиняем, что вся несправедливость в мире от него идет. С удачем, как он допустил, неужто он не видит, что мы невинны и вообще страдаем ни за что? Я сам был, что греха таить, на Господа в обиде, но, выслушав все до конца, вдруг понял, кто есть кто. Догнав его, слуга спросил, мол, что все это значит, что было сделано не так несчастным стариком. Ведь встретить вас всегда для всех великая удача, а если нет, то мне пока неведомо о том. Но этот бедолага был умом и сердцем светил, так чем же он не угодил в своем служении вам? На что спокойно, как всегда, Господь ему ответил, что просто завтра умереть старик был должен сам. Я не берусь судить о том,
насколько изменился мой взгляд на жизнь, но кое-что я все же осознал. И, наконец-то, принимать как милость научился все то, что Божьим наказанием для себя считал. Ведь вера в Бога быть должна не то, что нерушима, и просто верой в то, что Он на свете где-то есть, а в то, что Ему лучше знать, что нам необходимо, и глупо думать, что Он что-то мог забыть, учесть.